На сцене и в окружении футбольных мячей Данила Козловский чувствует себя уверенно еще с детства. Будучи ребенком, он начал играть и в кино, и в футбол. Использовать детство по максимуму актер советовал и юным казанским спортсменам. Вкладывать очень важный фундамент самого себя на будущее. Лучше хоккей или футбол? Футбол, конечно. Большинство вопросов сегодня о футболе. Данила Козловский рассказал, что он, конечно же, болеет за сборную России. Актер верит, что наши спортсмены могут побеждать не только в кино. Та какая-то странная реакция на поражение сборной Уругвая, она, честно говоря, меня возмущает. Команда выиграла Египет 3-1. Какой-то был действительно праздник и счастье. Я был этому свидетель, и я им за это парням очень благодарен. Потому что они мне подарили праздник. Мне, как человеку, который очень любит футбол и болеет, и переживает, огромное спасибо. И я верю в нашу сборную в завтрашнем матче. В Казани Данила Козловский не первый раз и всегда в восторге от города и жителей. Я очень люблю Казань. У меня с ней связаны только замечательные впечатления, события в моей жизни. Потом 1/8 финала. Что может быть лучше? По итогам футбольного мундиаля Данила Козловский, возможно, снимет фильм. Планы есть. Какие? Гость пока, правда, оставил в секрете. Дмитрий Арин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.